Случилась эта история в далекие времена, когда весь мир на одной лосиной спине умещался. Чужого оленя украл бездельник. Зачем украл, однако? Ничейного вот поймал. Однако зима идет, холодно уже. Ступай-ка собери дров побольше, а то замерзнем совсем. Ну что мне с ним делать, с непутевым? Ничего доверить нельзя. Как его за рыбой пошлешь? Опять ведь учудить чего-нибудь. Слушай, а возьми его с собой на рыбалку, а? Вот ты мужик серьезный, однако присмотришь там в случае чего.
Это здравствуйте. А чего так тихо у вас? И рассказали рыбе лису, что есть у них рыбья мать. И вот она заболела шибко. И кто шумит сильно, того хвостом золотым зашибить может. Хвостом золотым зашибить? Ой-ой-ой. А посмотреть можно? Я большой шаман. Любого вылечить могу. Все ясно. Надо лечить вашу маму. Сильно лечить. Только чур мне не мешать. А пока я колдовать буду, постройте-ка лестницу, чтобы мне потом наверх подняться. Ну что уставились? Давай шибко за работу берись. Хвост у него сокаянный. Есть шибко охота. А что ж ты в лес без еды ушел? А в мешке что? В мешке-то, так вот... А ну-ка. Ух ты, где взял? Вот, нашел, однако. Ходил и нашел. А давай ты мне похлебку отдашь, а я тебе хвост. А не обманешь? Зачем обманешь? На вот, держи. А рыбы тем временем рассказали филину, какой переполох устроил лис в подводном царстве. Ходил, дабы и чудо бывал, однако.
Слушай, дай-ка поесть. Ну, хватит лопать. Давай показывай, чего принес. Золотой хвост принес. Будет у нас теперь и еды вдоволь, и оленей много, и работать не надо. Много лет с тех пор прошло. Только лис, каким был лентяем да пройдохой, таким до сих пор и остался.